Здравствуйте, меня зовут Марина. Я мама ученицы Екатерины вашей школы. Лет 5 ей было. Мы не могли собрать какую-то игрушку. Я не смогла ей все объяснить, всю инструкцию. Сказала, вот выучишь эти иероглифы, тогда сможешь собрать. Ну вот, она с этого момента так и не отстала, когда я буду учить. Нравится язык, довольно-таки певучий, красивый. Вот, и мы не раз были в Китае, поэтому, конечно, нравится. Для бизнеса сейчас это необходимо. Сейчас развиваются отношения. Когда мы начали 6 лет назад интересоваться этим языком, даже не думали, что настолько это будет востребовано, насколько сейчас. Из плюсов, конечно, то, что мы не привязаны к определенному месту, не нужно тратить время на дорогу, и в поездке можно взять с собой ноутбук. Мы на даче практикуем занятия. С онлайн, да, здесь я могу наблюдать со стороны, как она разговаривает. Вот. Но главное, это я это вижу в Китае, когда мы прилетаем туда, и она общается, да, вот результат. Вот. А в CCN, конечно, да, могу вот немножко подсматривать, нежели когда она уходила в школу, занималась там, я не видела, как это происходит. Минусов я, в общем-то, не вижу. Это, если, ну, зависит от ребенка, некоторые невосприимчивы, да, могут быть невнимательны. Вот. Ну, это, наверное, чисто индивидуально, но это не минус. Его у нас есть точки соприкосновения с китайскими партнерами. Много чем интересуемся, и историей Китая, и много чего уже посмотрели. Были в Гуанчжоу, я была в Шанхае, хотя нет. В Циндао, вот, в частности, мы учились, в Пекине были, в Шэньчжэне. Успели посмотреть очень много, все понравилось.